Привет, друзья! С вами я, Надежда, и мой канал «Сочи и путешествия». Друзья, я нахожусь в данный момент в Сочи. Иду в сторону маяка по набережной Сочи. Ну, уже вечер, 4 часа вечера. Днем было очень жарко, поэтому не пошла. А 4 часа вечера. Ну, народ еще, конечно, есть. Люди купаются, загорают. Давайте смотреть. Thank you.
Вечер, а народу еще много.
Салатики греческие, цены человеческие. Колбаски баварские. Рулечка вкусная, водочка русская. Русская водочка. Все есть. А то лето кончится, а пиво будет. Thank you.
Слушай, ну это просто. Смотрела туда. У меня Вода теплая-теплая.
все прекрасно. Здорово, плюшой. Пляж «Маяк». Кто хочет на море, приезжайте. Пляж «Маяк». Народа полно. Набережная. Город Сочи. Море.
вдалеке морпорт. Красотулечка какая. Красотулечка. Друзья, вот мы и прогулялись по набережной в городе Сочи. Ну, это примерно где-то от микрорайона Светлана, с тех мест. И вот шла по набережной и до маяка. Видели море, сколько народа, купается уже вовсю. Вода теплая, подошла, потрогала. Вода теплая, так что очень даже хорошо. Приезжайте в Сочи. Ну, цены это уже... Я за них не отвечаю. Я могу показать только, что здесь море, тепло и вообще хорошо. Так что приезжайте. Сегодня у нас июнь месяц. Какой? 6 июня. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Пока-пока. До встречи.